какая-то хрень. Снова тоже перекресток, снова гроза. Ретировался я, значит, на другую сторону. Вот. Такое пробище. Четыре часа, 4:30, в общем. Да, ворот этот довольно-таки хороший. Вот такой же день. Обычный дождик. Пробка. Это ЖК Дыбенко. Ух ты. Как там в этом глухаре-то очкастый ботаник Кади? Я веду репортаж. Значит, вот это я. Там, в общем, помните, такой прикол был? Вот и я также. Тоже потоп. Вот такой вот советский детский садик остался на Дыбенко.
сервисе, чем как в котором я был. Вход в детский сад, блин. Все затоплено. Такой грязный дождь начался. Везде все затоплено. Вот как я не пойму, они строят все эти дороги. Ливень фигачит. Ну правильно, эти же бараки будут сносить, сказали. Че за херня, блин? А, гараж везут. Ах ты, блин. Нифига, сколько капусты. Нифига, какой ливень. О. Ух, нахолонулись. Такого не было. Сейчас это самое. Температура упадет. Поэтому такая хренотень началась, видимо. Камеру не замочить, хотя она его застойкая. Ветер, блин. Ветер капли задувает, поэтому ничего не видно. Нахрен, а? Чем хрень какая-то? Ничего не записалось. То, что записывал. Записалось только вот до лужи, что ли, где я протер. Семейный жилой комплекс.
Сейчас вот здесь вот пройду. Покажу заодно и этот райончик. Стоит. Какой дождь. Вот. Я еще не по детской площадке срезал, но сейчас вот грязь. Вот так черпать. Вот все раздолбанное тут. Кто будет макет делать? Этого двухэтажки. Кому? О, двор какой красивый. Ну, там у них какая-то подсветка. Такая, может, чтобы рассада росла ночью. Не знаю. Тут улица Артемовская. В принципе, вон она. Такая вот маленькая советская улочка. Дождь, конечно, зарядил очень сильно. О, фокус есть. Хотя, в общем, что-то дерево что-то. Я сейчас вот по двору тут пройду. Ну, покажу вам дороги, какие у нас тут есть. Везде строят эти дороги. Здесь делают дворы. А здесь вообще, вот сколько я помню, столько вот это все хренотень. Вот так и осталось, скажем. Не знаю, может, чтобы вот здесь вот, чтобы пробки не объезжали, наверное, не делают. А, я сейчас пройду вот так вот. На водительский пойду. Что-то как-то после дождя, вот эти после этого грома, мне не захотелось бегать. В общем, поставили кондиционер, я в него втянулся. Вот, ух ты. Тут даже свет включили, видите? А вот я, блин, отложил маленько. Фух, вот это... Фу, блин. Это гроза, блин. Я еще подумал, фигня какая-то. Тут, блин, сквозит нереально вообще. Попробую куда-нибудь пройти подальше, чтобы... Там еще где-то была арка. Ух ты, ёпта. Ладно, тут пройдем цветочки такие.
Блин, херовые Арктика, если честно. У них укрыться нельзя. Это еще можно как-то. Вот эти вот домишки я снимал когда-то. Пойду-ка я вот туда, что ли. Вот этот я только не снимал. Все затоплено. Вообще надо было пойти. Фу, эту на Солнечную. Там сейчас затопило, наверняка все. Ах ты, ёптвою. Вот как вот так вот можно входить? Вот она, вода пошла, видите? Только что прям. Все плывет. Оттуда ни одной ливневки нет, все затопило. Вот, пожалуйста, тут, не знаю, может, дорогу построили недавно. Подозреваю, очень похоже, что недавно. Ничего, вот эта херня, блин. Вот, смотрите, как зеленый, видите? На выступе. Кто так делает вообще? Тоже на выступе. Вот она, разъедрить их душу, блин. Вот это все стоит. Видите, какая, да, эта река плывет. Должна быть где-то ливневка, а ее нет. Надо меня откупать. Так пройти, блин. Кто вообще проектировал? Там вообще дом какой-то, блин, частный. А вот с зонтиком тут уже не пройдешь. Можно пройти, но это очень сложно. Вот такой вот частный дом стоит. Я ничего не имею против частного дома, но против этой новостройки полное право имею. Потому что ее воткнули, зная, что тут дом стоит. Ну, а то еще раз. В общем, воткнули дом этот огромный, зная, что частный дом, и они его никак, если собственник против, то они никак его не могут снести.